Всем привет, с вами снова Алина, и сегодня я расскажу вам о модных трендах, которые мы с вами действительно заслужили, потому что многое, о чем я буду говорить сегодня, раньше не признавалось дизайнерами, либо считалось даже каким-то моветоном. И давайте я не буду тянуть, а расскажу о 10 трендах, которым мы с вами действительно можем порадоваться и которые мы можем взять на вооружение. И первый тренд, который не мог меня не порадовать, это тренд на цветные гольфы и цветные носочки. Слава богу, теперь, когда я буду приходить кому-то в гости, разуваться в осенний период, я могу не стесняться своих носочков с котятками, потому что, как говорят дизайнеры, это сейчас самый настоящий тренд. Долой однотонные черные носки и вперед чему-то креативному, цветному. Это могут быть носки как в какую-то клеточку, классическую, более яркую, так и могут быть действительно какие-то эпатажные принты. Так что, если в вашем гардеробе есть какие-то носочки, за которые вам стыдно, может быть, потому что они немножко какие-то детские, то теперь официально можно не стыдиться, а можно гордиться и говорить, что вы там последняя фэшениста, потому что вы носите такие классные носочки с Симпсонами. Второй тренд радует меня не меньше, чем первый, потому что я, во-первых, очень сильно радуюсь тому, что мода вообще идет в каком-то демократичном направлении, и все какие-то гламурные, сложные в носке вещи остаются где-то на красных ковровых дорожках, а дизайнеры предлагают нам что-то более носибельное и достаточно комфортное. И, во-вторых, поэтому я не могла не порадоваться тому, что сейчас в моде такие немного офисные комплекты нарочито мужского кроя костюмы. Мне кажется, это очень удобно, и нельзя говорить, что это как-то не женственно, что такого рода костюмы нужно оставить мужчинам. Нет, практически все дизайнеры имеют в своих коллекциях такие вот мужские костюмы, как будто бы вы взяли их из гардероба своего парня или своего папы, и меня это очень радует, потому что, да, я люблю носить платья, но и такие костюмы, признаюсь, они добавляют какой-то внутренней силы, внутренней дерзости, и мне кажется, что это даже очень сексуально и не менее сексуально, чем какое-то это обтягивающее короткое платье, опять же, при правильном подборе вещей. Есть еще один такой момент. Многие дизайнеры сейчас диктуют не как раньше надевать под подобного рода костюмы какие-то футболки, может, с какими-то кричащими надписями, либо просто с каким-то принтом, либо даже однотонные. Нет, дизайнеры сейчас, можно сказать, возвращаются к классике и предлагают носить подобные костюмы с рубашками. Да, о боже, как это оригинально, но как круто это смотрится. Конечно, не нужно ограничиваться только белой рубашкой, вы можете использовать какие-то принтованные, в клеточку, в полосочку. В общем, как-то экспериментировать именно еще и с рубашкой. И, кстати, мне очень нравится, что не только какие-то крупные, очень-очень дорогие и люксовые бренды предлагают нам выбор такого рода одежды, то есть такого свободного вида пиджаков, брюк, рубашек интересных. Нет, сейчас такое предлагают очень много бюджетных и демократичных марок. Я, например, очень сильно люблю заказывать одежду на сайте ASOS. И на ASOS можно найти все трендовые вещи, которые, в принципе, сейчас существуют, потому что, мне кажется, это один из немногих сайтов, который действительно всегда в струе и на котором можно как-то подсматривать тренды. И, в принципе, если вы так же, как и я, любите интернет-шоппинг, любите что-то заказывать из-за границы, то не забывайте, я уже говорила об этом в своем предыдущем видео, пользоваться кэшбэк-сервисами. В 21 веке, когда вы покупаете что-то через интернет, не пользоваться этими сервисами, ну, я считаю, просто кощунство. Я уже рассказывала, что сама пользуюсь кэшбэк-сервисом Мегабонус. Мне кажется, это самый удобный кэшбэк-сервис. У него есть свое расширение, оно у меня установлено. И всегда, когда я захожу на какие-то сайты, чтобы осуществить покупки, например, на ASOS, на LaModa, я могу увидеть, сколько денег мне вернется с той или иной покупки, если я ее совершу. И если я, например, покупаю что-то на том же AliExpress, я всегда вижу надежность продавца, и это тоже меня не может не радовать. На этом сервисе имеется возможность вернуть до 40% кэшбэк. Ну, я уже говорила, что такой большой кэшбэк я, конечно, нигде еще не встречала, но с момента последнего видео, где я рассказывала о Мегабонус, я вернула на свой счет где-то 2000 рублей. Кстати, также благополучно их потратила в интернет-магазине. Кстати, по-моему, на том же ASOS я их и потратила. Выводить деньги можно абсолютно любым удобным способом, там их предоставляется большое количество. Третий тренд, который не может не радовать, это возвращающаяся мода на кожаные платья, кожаные юбки. И мне кажется, это та вещь, которая, в принципе, всегда актуально, особенно если эта вещь все-таки из эко-кожи. Опять же, это личное предпочтение ваше, покупать вещи из натуральной кожи. Я предпочитаю все-таки эко-кожу. Подобные платья и юбки мне нравятся своей универсальностью. Их можно сочетать практически с любыми вещами. Это могут быть какие-то женственные романтичные блузки, это могут быть какие-то объемные свитера, это могут быть даже футболки, и мне кажется, это сочетание будет актуально действительно всегда. Так что, если у вас где-то запрятана ваша любимая кожаная юбочка, сейчас самое время надевать ее, экспериментировать с ней. И можно даже под носочки с Симпсонами.
Еще один тренд, который периодически то возрождается, то умирает, то отвергается дизайнерами, то возводится на какой-то пьедестал, это клетка. Да, кто-то скажет, что клетка давно не в моде, но я сейчас говорю о моде на клетку именно в верхней одежде. И если вы положили свой глаз на какое-то клетчатое пальто, но считаете, что оно вам не нужно, либо с чем вы будете его сочетать, то сейчас дизайнеры предлагают вам поэкспериментировать, рискнуть и купить то самое клетчатое пальто, о котором вы давно мечтали. Также не обязательно это может быть какое-то клетчатое пальто, это может быть какая-то клетчатая куртка, клетчатый жакет. Из немного необычных трендов можно выделить возвращающуюся моду, если она в принципе когда-то была на моей памяти, моду на стиль вестерн, на такие ковбойские сапоги, на шляпы. Конечно, я слабо себе представляю в российских реалиях человека, гуляющего по городу в ковбойской шляпе, но ковбойские сапоги при правильном, если они будут в образе подобраны, я думаю, вполне имеет место быть. Это пропагандируется многими дизайнерами, пропагандируется супермоделями, они принимают участие в фотосъемках, где полностью облачаются в этот стиль, сочетают также, опять же, как я и говорила, кожаные платья, кожаные юбки с ковбойскими сапогами. Я считаю, что это супер классно. Этому подтверждение недавняя фотосессия Натальи Водяновой, где она, в принципе, примерила на себе два этих тренда, то есть кожаное платье и ковбойский стиль. Как человека, который любит супер практичные вещи, меня не может не радовать вернувшаяся мода на деним, и вы можете сказать, что, в принципе, мода на деним не уходила, каждый год она просто как-то преобразуется, и вы будете правы. Мне очень нравится, что деним и в этом сезоне не теряет свою актуальность, так что джинсовая одежда forever. Я как будто бы сейчас вас всех благословила. Иными словами, пока мы все не переоделись в пальто, достаем свои джинсовые курточки, джинсовочки и идем гулять в них по улице, потому что это сейчас супер актуально и, надеюсь, будет актуально еще много-много сезонов вперед. Необычным трендом, который многие могли подсмотреть на прошедших неделях моды в Нью-Йорке и в Лондоне, стали воротнички. Да, это немножко странно, но воротнички снова вошли в моду, то есть это какие-то воротнички, которые носятся не вместе с платьем, а съемные, которые вы можете надевать поверх каких-то ваших платьев, поверх каких-то кофт. И мне кажется, что это очень интересная вещь, потому что она может по-новому заставить заиграть вашу старую вещь. Дизайнеры предлагают не стесняться, а выбирать какие-то яркие, не только белые воротнички, а какие-то с нашивками, с кружевом. То есть, в общем, тут как ваша фантазия и фантазия дизайнеров, у которых вы будете покупать эти воротнички, работает. Так что примерить на себя образ какой-то гимназистки в этом сезоне считается супер модным. Что касается цветовых трендов, давайте поговорим немного и о них. Одним из самых востребованных цветов этого сезона является зеленый. Ох, этот зеленый цвет. К нему можно относиться только в двух крайностях. Либо любить его, либо ненавидеть. Я как-то всю жизнь балансирую между вот этими двумя крайностями. Сегодня мне нравится зеленый цвет, завтра я его ненавижу. Но дизайнеры говорят, что в этом сезоне отказывать себе в любви к зеленому цвету вообще не стоит. Тем более существует столько оттенков зеленого цвета, что каждый может найти что-то, что подходит именно ему. Это может быть какой-то изумрудный, мятный, лаймовый, цвет хаки, да в конце концов просто какой-то яркий травяной цвет. Поэтому, если вы категорически не любите зеленый цвет в своем гардеробе, в этом сезоне постарайтесь как-то присмотреться к нему. Может быть, какие-то вещи действительно смогут вас удивить и пересмотреть свое отношение к этой цветовой гамме. Еще меня, как любителя фиолетового цвета, не мог не порадовать тренд на фиолетовую обувь. Да, это немножко ярко, немножко экстравагантно, и не каждый сможет надеть такого рода обувь, но опять же тут как с зеленым цветом, главное правильно подобрать оттенок. Я не призываю носить вас какие-то фиолетовые сапоги, но фиолетовые ботиночки, полуботинки, я думаю, на такого рода модели стоит все-таки обратить свое внимание. Тем более очень многие дизайнеры, та же Виктория Бекхэм, просто буквально поклоняются, мне кажется, обуви такого цвета. И на финальный выход на нью-йоркской, по-моему, неделе моды она сама вышла в фиолетовой обуви, и что тоже не может не говорить о том, что дизайнер отдает в этом сезоне дань именно этому цвету. И последний тренд, который вызывает у меня двоякие чувства, это обувь белого цвета, и она опять в тренде. И знаете, раньше я считала и была из числа тех людей, которые считают, что белая обувь должна оставаться только для невест, а нам, простым людям, которые не выходят замуж, нужно отдавать предпочтение какой-то бежевой или, ну, хотя бы молочной обуви. Но нет, дизайнеры сказали, экспериментируйте и надевайте белую обувь. Я не совсем готова сейчас надевать что-то, кроме белых кед, белых кроссовок, но мне безумно нравятся, например, белые сапоги. Как же они красиво смотрятся. В условиях русской суровой зимы я слабо себе представляю возможность надеть такое
такого рода сапоги, но помечтать о том, что когда-то в моей климатической зоне будет возможность носить такую обувь, можно. Белую обувь нужно уметь носить. Если, опять же, с белыми кедами все очень просто и понятно, с чем их сочетать уже давно все дизайнеры рассказали, то белая обувь — это все-таки немножко сложный тренд, но тренд, который, я думаю, многие ждали и который многие наперед в прошлых сезонах уже пытались носить, не особо успешно, но так как сейчас дизайнеры прямо пропагандируют этот вообще непрактичный тренд, я думаю, к белой обуви можно тоже присмотреться, если вы рассматриваете какой-то вариант обуви типа из серии «У меня все есть, хочу немножко поэкспериментировать», то можете обратить внимание на белую, на фиолетовую обувь, то есть вот эти вот два цвета обувного сезона. И это были все тренды, о которых я хотела вам сегодня рассказать, которые я подсмотрела у дизайнеров. Если вам интересны подобного рода видео, напишите об этом обязательно в комментариях. И не забудьте поставить этому видео большой палец вверх, мне будет очень приятно, и я, конечно, быстрее выпущу следующий ролик. Не забывайте подписываться на мой канал и нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать новые ролики. Также не забывайте подписываться на мой инстаграм, я его обновляю гораздо чаще, раз в день минимум. Ну а с вами была Алина, увидимся в следующем видео. Пока!